Итак, продолжим игру Синер. Возможно, заключительная уже часть будет. Вроде как осталось нам два босса пройти. Одного изначальных сейчас и... На самом деле, вот с пеплом, кстати, прикольная эта тема. Так вот, одного изначальных... И затем вроде как здесь должен открыться кто-то еще. Подозреваю, что где-то в районе этой лужи. Не исключаю, что нам придется драться с нами с самими. Проверяем запись. Запись идет. А, да ладно. Офигенно, уже почти прошел игру, и только сейчас узнал, что если без направления движения нажимать А, то это отскок назад. Ну-ка, секунду. А, ну поехали. Так, что-то нам сделали со стаминой. Я вот не очень понял. Если верить описанию, то мы подохнем, если у нас стамина закончится. А мы посмотрим, как оно работает на самом деле. Да нет, вроде не сдохли. Но мы начали с танца, я так понимаю, когда это такое происходит. Ну ладно, я тебя понял, ты у нас мансовать мастер. Ой-ой, стамина закончилась. Не вовремя немножко. Давайте просто выбежим оттуда. Я тоже так умею. А, копии закончились, вот на что он мне намекает. О, фаланги встали.
Зря я вот так делал сейчас. Боеприпасы, видимо, надо было сэкономить. Что-то поменяло своего жизни, смотри. А это что так умею? Дружище, надо прыгать, дружище, надо прыгать. И они все вдруг перешли на мечи. А нет, не все. Есть копейщики. А у него томат-то ни о чем не. А вот у товарищей по-разному. Не знаю, теперь-то они как вымрут, если я... Да, вот сейчас бы массовые боеприпасы понадобились, ну ладно. Надо прыгать, надо прыгать, надо прыгать. Ой, не склипнул. Дружище. Ну давай, Йорда. Я, конечно, удачно стоял, но, похоже, сейчас могу закончиться. Что-то они как-то разошлись. Да, появляются новые, я вас понял. Убивать их бесполезно, надо конкретно Йорда херачить. Мало я им снимаю. Не достал. Да, долгий путь бой с пониженным уроном, конечно.
портал непонятный. Ладно, не будем жадничать. Так, ну по идее еще один такой удар и Йорда закончится. На колени. Ну как я и предполагал, это наверное самый простой босс. Как я и предполагал, это, наверное, самый простой босс. Так, ну вроде... Ага. Так, ну кажется, история как-то более-менее вырисовывается. Стало понятно, кто это такой. То есть, видимо, все-таки мы не сразу с принцесской куда-то укатили, а сначала еще управляли ее стороной. После чего решили оттуда свинтить, и к власти пришел какой-то левый товарищ. Мне вообще кто-то рассказывал, что главного персонажа зовут Кай, но, видимо, Ангрон — это он и есть. Самовосстановление потеряно, прелесть какая. Момент, я без брони остался, Печально и опасно. Или это не последний босс, или это просто я, дурак, не замечал раньше этого камня. Ой, мне кажется, сейчас что-то плохое будет. Если здесь по аналогии с Dark Souls, то у меня все плохо. Сдается мне, что у нас все плохо. Я догадываюсь, к чему все идет. Ёб твою налево.
Мне от него бегать надо или что, я не понимаю, или драться с ним? Ясно, драться с ним особо не сложилось. А он-то со мной хочет подраться. Я пока немножко потерян. Я не знаю, то ли мне пытаться его подвести еще ближе туда, к стороне входа. Мисс Клик. Давай, иди сюда, уродец. Что-то возникает ощущение, что ему по барабану на то, что я делаю. Откровенно, пока не понимаю, что мне против него противопоставить. В какую сторону уворачиваться от него. Прикольно. Да я жму у ворот по барабану. То, что я жму у ворот. Причем бить надо конкретно по рукам. Офигенно, меня сейчас закомбили просто. Руку он сразу же убирает. Таргет сейчас почему-то пропал. Ой, я не знаю, ребят. Да возьми ты нормально, блядь, таргет, уродец. Вон, если бы закончилось. Ой, мать моя женщина. Но метать в него всякой фигней бесполезно, я так понимаю. Все равно зацепил. Беги! Чё-то ты зачастил, дружище.
Серьезно? Рили? Не достал. Блин, у него есть наводка неплохая. Походу, двуручник здесь не особо канает. Ясно, это мы где-то недавно уже проходили. Сейчас, момент. Даже, кстати, интересно стало, смогу ли я заблочить. Блин, как я мог завтыкать и не заметить этого босса раньше, если он был раньше? Это, блин, наверняка один из самых сложных боссов игры. А я к нему иду без стамина и без нихера. Щит не спасает. Щит не спасает вообще. Ништяк. Как? Прижимал у ворот. А чего у меня стамина-то тратится, когда я просто бегу, извините? Мне никто не расскажет. Это реально тратится просто, когда я бегу. Без ускорения. У меня что-то в управлении сломалось. Что, бля, произошло? И вот как от этой херни уворачиваться? Но перед этим надо разобраться, с чего бы вдруг у меня персонаж начал бегать. По умолчанию ускорено.